примерно в два раза больше применяю, закрываю, закрываю, и все равно здесь все категории очень близко расположены и трудно идентифицировать. Поэтому необходимо обратиться к графикам оцифровки и таблицам оцифровки. Вот графики оцифровок, и мы видим, что здесь нету никакой линейности, которую требует CAD-PCA, то есть здесь такое ограничение не применяется, что делает область применимости данного метода MultiCoRun более широкой. Копирую все таблицы с оцифровками. С первой симпатии по 11 и переношу в Excel.